решила показать свое замурзанное, наеденное чудовище, которому уже как бы 10 дней исполнилось. Вот мы уже вот так вот с ладошку размером и с глазками. Нажратая сейчас. Вот, лялька-малялька. Мурчит сейчас. Слышно, че нет? Навряд ли не слышно еще. Но мурчать мы уже умеем. Глаза мы только открыли. Вот один глазик помываем левый. На всякий пожарный, бы что-то мне не нравится. Ну, такое оно еще страшненькое. Потому как кошка, когда вылизывает, причесывает. А мы просто попу ваткой вытираем, когда писаем, какаем. Непричесанные, замурзанные. Но ребенок живой, здоровый и растет. И в данный момент мурчит. Вот такая кроха растет у меня. Выкормыш мой маленький. Солнышко такое сладенькое. Маляля. Ну, повожу, пусть спит. Потому что потревожила ребенка сладкого. Да, спи, солнце мое, спи. После еды мы всегда дрыхнем. А тут я на ручки взяла. Вот такая ляля.